После двух недель разлуки и выматывающих перелетов Людмила наконец-то вернулась домой. Теперь она мать-героиня официально. В ее семье сейчас 10 детей. Самому старшему уже 20 лет, а младшей дочери всего год и 8 месяцев. Как говорит сама, после возвращения продолжит заниматься воспитанием детей и вернется в спокойную семейную жизнь. Да, было волнение. Конечно, переживала, волновалась. Но оказалось, не все так страшно, как казалось. Людмила познакомилась со своим мужем еще в детстве, теперь же за плечами более 20 лет счастливой семейной жизни. Секрета долгого брака, как говорят супруги, нет. Главное – любить. Счастье любит тишину. Мы шибко никогда ничего такого не рассказываем о себе. И не будем рассказывать. Ну как познакомиться, как все молодые люди. Мы так-то вместе уже с самого детства. Вместе с Людмилой в Бурятию прилетел российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова в Улан-Удэ. Она обсудит вопросы открытия центра подросткового досуга «Туя». С помощью этой федеральной программы хотят вовлечь подростков в полезную деятельность. Я, как тоже многодетная мама, понимаю, что когда ты рожаешь детей, ну, ты меньше всего думаешь про какие-либо награды. Да? Ты просто делаешь там дело, любишь своих детей, любишь своего мужа, воспитываешь детей. Но когда ты понимаешь, что глава государства ценит твой труд, да, тебя поддерживают. Встречал мать-героиню и глава Бурятии Алексей Цыденов. В многодетной семье он подарил телевизор. Вопрос материнства и детства больших семей. Ну, это же хорошо. У меня, правда, 4, только у Марии Алексеевны 10, детей тоже. Так что чем больше детей, тем наша страна сильнее. После официальной встречи Людмила отправилась с представителем закаменского землячества домой. Кирилл Мешков, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.